3 ноября кольцо вокруг 6-й армии Фридриха Паулюса под Сталинградом замкнулось. Верховный рассчитывал на быструю победу. Однако к 30 ноября кольцо окружения удалось сжать вдвое, но не расколоть. Причину этой неудачи Ставка видела в отсутствии единого руководства. Сталинград освобождали сразу два командующих – Еременко и Рокоссовский, независимо друг от друга. 4 декабря Сталин прислал Василевскому телеграмму. «Ваша задача состоит в том, чтобы объединять действия Еременко и Рокоссовского. До сего времени у вас, однако, получается разъединение, а не объединение. Прошу вас впредь не допускать таких ошибок». И Сталин логично сказал, что нам нужна победа, быстро нужно ликвидировать котел. По прогнозу военных, там находилось порядка 75-80 тысяч немецких и румынских, отчасти венгерских военнослужащих. А реально там находилось под 300 тысяч. Ситуация напоминала русскую сказку «Как мужик медведя поймал». Советская армия не могла ни быстро ликвидировать немецкую группировку, ни наступать дальше. В начале декабря по требованию Ставки и под присмотром начальника генерального штаба Василевского была предпринята новая попытка уничтожить окруженную группировку. Ставка ежедневно требовала подтолкнуть как следует то одного, то другого командарма. Многократно возросли потери. В эти дни Рокоссовский спросил одного из командармов, как быстро продвигаются войска. «Ползут», — был ответ. «И далеко ли доползли?» «До второй горизонтали кургана». Рокоссовский приказал своим войскам перейти к обороне без приказа Ставки. Позднее он вспоминал. «За такое самовольство мне могло крепко влететь. И я уже привык в подобных случаях обращаться непосредственно к Сталину. Сталин вначале слегка вспылил, а затем согласился с моим предложением. Это помогло сберечь силы, технику и боеприпасы для решающей битвы». Рокоссовский предложил расчленить окруженную группировку немцев ударами по центру, а затем ликвидировать ее по частям. План был представлен в Ставку и утвержден. Главный удар в центре должна была наносить свежая, только что укомплектованная 2-я гвардейская армия генерала Малиновского. Однако 12 декабря от Котельникова к Сталинграду выступил немецкий танковый корпус. За 5 дней он продвинулся на 75 километров. Еременко запаниковал и попросил у Ставки подкрепления. Его Сталинградский фронт находился на острие немецкого наступления. Представитель Ставки Василевский потребовал у Рокоссовского переподчинить 2-ю гвардейскую армию Еременко. Мощнейший танковый марш на ликвидацию окружения, на вывод войск из котла, который был отбит 2-й гвардейской армии, но отбит с огромным напряжением. Попытка Манштейна пробиться к Паулюсу провалилась. Но операцию по ликвидации сталинградской группировки пришлось отложить на месяц. Верховный решил положить конец соперничеству между Еременко и Рокоссовским и поручил окончательную ликвидацию группировки Паулюса Рокоссовскому. «Еременко сильно обидится», — заметил Жуков. «Мы не институт благородных девиц. Командовать будет достойный», — резко оборвал его Сталин и поручил Жукову лично сообщить Еременко неприятную новость. Тот действительно смертельно обиделся и записал в дневнике. «Первостепенное значение имеют не заслуги, а взаимоотношения с начальством». И до конца жизни считал виновником этой обиды Жукова. Мнения генералитета о том, как добивать группировку Паулюса, кардинально разошлись. Чуйков и Еременко предложили блокировать окруженных небольшими силами и оставить немцев умирать от холода и голода. Однако Жуков и Рокоссовский считали, что в деле ликвидации войск Паулюса не следует слепо доверять природе. Именно их поддержала Ставка. У вождя были свои соображения. Летом 52-го Сталин пояснил маршалу Чуйкову: рисковать нельзя было, народ очень ждал победы. Верховный рассуждал как политический лидер. Ему нужна была победа убедительная, чистая, победа с большой буквы. К началу операции «Кольцо» у Рокоссовского было 7 армий, ударные войска численностью 218 тысяч человек. Сталин проявлял нетерпение. Когда представитель Ставки Воронов попросил перенести начало операции еще на 4 дня в связи с транспортными проблемами, Сталин ответил: «Вы намерены там рассиживаться, пока немцы не возьмут вас и Рокоссовского в плен?»
С огромной неохотой Верховный все же перенес дату начала операции на 4 дня. Большая роль в предстоящей операции отводилась артиллерии. Донскому фронту Рокоссовского была придана группа специалистов военно-топографического управления Генерального штаба. Они должны были обеспечить артиллерию геодезическими пунктами, привязками на местности для точного ведения огня по вражеским целям. Иногда эти геодезические пункты изготавливались даже из трупов противника. Это было под Сталинградом так. Причем в массовом порядке, нечего просто было делать. Их такие пирамидки складывали, обливали водой, и вот определяли их координаты, впечатывали в карту и давали данные артиллеристам, что вот отсюда, так сказать, нужно вести огонь. Это жестоко, но другого пути просто не было. На рассвете 10 января операция «Кольцо» началась мощной артподготовкой. Бои продолжались 3 недели. 31 января 43 года впервые в истории в плен сдался немецкий фельдмаршал, командующий 6-й армией вермахта Фридрих Паулюс. 2 февраля немецкая группировка прекратила сопротивление и выбросила белые флаги. Во время допроса Паулюса, помимо переводчика, за одним столом сидели генералы Воронов, Рокоссовский и Телегин. Сделали фотоснимок и отправили в Москву. Сталин счел генерала Телегина слишком незначительной фигурой для такого исторического снимка и его убрали. Когда фотография появилась на первой странице газеты «Правда», Телегин впал в панику. Он решил, что расправа не заставит себя ждать. Однако ничего не произошло в тот раз. Телегина арестовали в 1948 году по другому поводу. После Сталинграда зазвучали песни о сталинском военном гении. В марте 43-го вождь позволил присвоить себе звание маршала Советского Союза и сменил свой любимый френч на китель. 30 января 1943 года постановлением ГКО были созданы войска правительственной связи. Они должны были строить, обслуживать и охранять линии связи от ставки к фронтам. По приказу Сталина Верховное главнокомандование должно было в любой момент иметь прямую устойчивую связь не только с каждым фронтом, но и с каждой армией. Здесь будет выполнен, товарищ Сталин. Надежная ВЧ-связь была одной из главных забот Ставки с первых дней войны. Отступление советских войск привело к потере большинства узлов связи. Часть кабелей была повреждена во время авианалетов или стараниями диверсантов. 22 июня 41 года Сталин не мог связаться ни с одним из командующих фронтами. Потеря управления грозила развалом обороны. Вождь немедленно принял меры. К делу были подключены чекисты во главе с Лаврентием Берией. Уполномоченные по правительственной связи НКВД СССР получили возможность использовать провода, цепи и каналы всех наркоматов, связи, путей сообщения речного флота. Также уполномоченные могли мобилизовывать местное население на работы по восстановлению проводных и кабельных линий. Им разрешалось задерживать для этих целей мелкие подразделения Красной Армии и арестовывать тех, кто противодействовал решению этих задач. Вскоре телефонная связь с действующими фронтами была налажена. Но проблема надежности решена не была. В ходе Вяземского сражения все 3 командующих советскими фронтами быстро лишились связи. Командующие искали свои штабы, начальники штабов командующих, а Ставка и тех, и других. В эти дни был создан отдел правительственной высокочастотной связи НКВД СССР. Этот отдел обеспечивал фронтовые и правительственные пункты связи специальной шифровальной аппаратурой, которая позволяла вести по телеграфным и телефонным линиям и радиоканалам совершенно секретные переговоры. Создавалась целая система связи, да? И эта система позволяла при необходимости Сталину поднять трубку и связаться с любым, может, даже командиром дивизии, командиром корпуса, минуя другие инстанции. 2 октября 1941 года отдел правительственной ВЧ-связи возглавил 30-летний капитан госбезопасности Михаил Ильинский. Однако через 10 дней Ильинский был убит в здании Центрального телеграфа. Его застрелил Герман Омельченко, замнаркома связи. Убийца объяснял, что пистолет выстрелил сам.
Сталин запретил проводить расследование. Все списали на несчастный случай. Для Верховного главным было наладить бесперебойную ВЧ-связь Ставки с фронтами и армиями. Он сказал: «Одного специалиста потеряли, другого потеряем. Дорогая цена. Тоже за связь будет отвечать». Гибель Ильинского не помешала отлаживанию системы правительственной связи, и к декабрю Ставка без проблем могла вести переговоры со штабами фронтов. Военным связистам с каждым новым сражением приходилось изобретать все новые решения и преодолевать все новые препятствия. Поздней осенью 41 года военные специалисты связали по проводной линии Ставку с блокадным Ленинградом. Прокладка кабеля велась по единственно возможному пути – по дну Ладожского озера. Велась под обстрелом противника. И дальше уже по воздушке через Тихвин и Вологду на Москву. Верховное главнокомандование получило с Ленинградом постоянную ВЧ-связь. В Сталинграде после прорыва немцев к Волге действующих линий связи не осталось. Связь со штабом Сталинградского фронта можно было организовать только с левого берега. Нефтеналивные баржи, пробитые снарядами, плыли по течению, постепенно погружались в воду и перебивали кабели. Каждый день приходилось прокладывать все новые и новые провода, пока, наконец, по дну реки не был проложен надежный кабель. В середине 1943 года в войсках правительственной связи служило почти 27 тысяч человек. Одна так называемая кабельно-шестовая рота связи могла в течение 10 часов проложить 90-километровую линию. Это был невероятный тяжелый труд. Боевое крещение войска правительственной связи получили в битве на Курской дуге. Там, где одновременно действовали 5 фронтов, было развернуто несколько десятков ВЧ-станций. Под обстрелом и атаками связисты обеспечили непрерывную связь Ставки со всеми фронтами, армиями и двумя представителями Ставки – Жуковым и Василевским. Каждый из них имел свою персональную передвижную станцию ВЧ-связи. Если в 43-м году аппарат ВЧ-связи на командном пункте армии был еще новинкой, то уже через год штабы фронтов и армии даже не мыслили планирование наступательных операций без наличия телефонной правительственной связи. В штабы поступала специальная многоканальная аппаратура, как советская, так и полученная по ленд-лизу из Америки. Отечественная засекречивающая аппаратура связи ЗАС обеспечивала систему кодирования речи для закрытой радиосвязи. Ее так и не смогли вскрыть даже лучшие криптографы вермахта. В 43-45 годах советские войска уже полностью владели инициативой. Скорость продвижения Красной Армии достигала 15-20 километров в сутки. В ходе одной операции штабы фронтов перемещались до 3 раз, а командные пункты армий до 8. И к каждому штабу фронта и армии связисты успевали протянуть линию ВЧ-связи. В любой момент Ставка могла переговорить с любым командующим. Часто войска правительственной связи тянули параллельно еще одну линию. Ее передавали армейским связистам для телеграфной связи по системе БОДО или Морзе. Именно через телеграф штабы фронта и армии получали многочисленные директивы из Ставки. Также через телеграф штабы получали мгновенные оперативные донесения из войсковых соединений. В боевых условиях поток информации на командные пункты фронтов возрастал до сотен тысяч знаков в минуту. За годы войны войсками правительственной связи вместе со связистами Красной Армии и Наркомата связи было построено и восстановлено 67 тысяч километров воздушных линий. Это полтора экватора. 15 мая 1942 года в Государственный комитет обороны поступил доклад капитана первого ранга Константина Сухиашвили о проблемах в Красной Армии. Одной из ее главных бед капитан называл повальный обман и приписки. Если армейские командиры докладывают, приказ выполняется, медленно двигаясь вперед мелкими группами, это значит, он стоит на месте и хочет обмануть командиров. Сказать, что не могу наступать, нельзя. А не наступать и докладывать, выполняем приказ, медленно ползем вперед мелкими группами, можно. Это был не первый доклад, попавшийся на глаза Сталину. Поэтому он оставил его без ответа. На самом деле и Ставку, и Генштаб уже давно заботило, что к ним поступали сильно искаженные донесения. Вся советская система
Она и в мирное время была построена на приписках. Как говорит военная поговорка, ничто так не радует глаз начальника, как со вкусом выполненная залипуха. Доклады шли снизу вверх, доклады накапливались, и в результате наверх выходила информация об уничтоженных целиком немецких дивизиях, о наших успехах. Летом и осенью 41 года Сталин постоянно требовал точных докладов о положении на фронте. Однако тогда на его стол ложились доклады, не имеющие ничего общего с действительностью. Все боялись обвинений в паникерстве. Решения Ставки в первый год войны часто исходили из желаемого, предполагаемого, приукрашенного, а не из реального положения дел на фронте. Но очень скоро в Генштабе и Ставке поняли, что эффективность их деятельности зависит не только от оперативности, полноты и своевременности получаемой информации, но главное – от ее достоверности. Для этого, в частности, был введен сам институт представителей Ставки. Для того, чтобы контролировать командующих, контролировать выполнение поставленных Ставкой директив и непосредственно докладывать более-менее правдивую информацию верховному главнокомандующему лично, ежедневно или там два раза в день. Технология приписок была отлажена до совершенства. Летом 43-го года по негласным правилам подсчет убитых фрицев в советских штабах велся, исходя из количества израсходованного боезапаса. К тому же вражеские потери должны были как минимум в 2-3 раза превышать потери Красной армии. Артиллерийские начальники вели счет по-своему. В своих расчетах мы исходили из того, что одно наше орудие, прежде чем погибнуть само, способно уничтожить не менее 2 танков. Все эти правила учитывали командармы. Для Ставки генерал Ватутин уменьшал цифры вдвое. 43-й, 44-й, 45-й год в Ставке уже учитывали это явление, скажем так. Одно дело проценты урожайности, а другое дело, когда это происходит вот в период такой борьбы за существование государств, это уже учитывалось вышестоящими начальниками. Всякие цифры потерь противника делились строго на 2, на 3, вот, и все равно они оказывались завышенными. В марте 44-го Сталин уличал в приписках даже своего заместителя Жукова, который полагался на непроверенные донесения снизу. Товарищу Жукову, на Первом украинском фронте в строю имеется, как вы утверждаете, всего 98 штурмовиков. Вас, должно быть, ввели в заблуждение. На самом деле у вас в строю 336 исправных штурмовых самолетов. Без точных и обоснованных расчетов идти к Сталину было нельзя, вспоминал нарком вооружений СССР Дмитрий Устинов. Сталин жестоко наказывал за приписки. За преувеличенные или преуменьшенные данные он даже снимал военачальников со своих постов. Однако искоренить случаи искажения истины в донесениях ему до конца войны так и не удалось. Весной 43-го года Гитлер покинул Ставку Вольфшанце в Восточной Пруссии и отправился отдохнуть от своих генералов в любимую резиденцию Бергхоф в горах Баварии. Он часто наведывался сюда и жил здесь неделями. Гитлер хотел в тиши обдумать ситуацию, которая сложилась после Сталинградской катастрофы. В разговоре со своим министром иностранных дел Риббентропом он заметил: «Своей победой русский народ обязан только железной твердости Сталина, несгибаемый героизм и воля которого и привели народ к продолжению сопротивления. Сталин – мой самый крупный противник в мировоззренческом и в военном отношении». Для Третьего Рейха это была завоевательная война. Для Советского Союза она стала войной за выживание. Это была непримиримая борьба армии на полях сражений. Изощренное соревнование стратегий генеральных штабов. Смертельная схватка двух главнокомандующих, Сталина и Гитлера. И тот, и другой во многом полагались на свою харизму и интуицию. Но войсками они управляли по-разному. Сталин постоянно находился в Москве. Документально подтвержден только один выезд Верховного на фронт. Гитлер часто решал вопросы непосредственно в штабах групп армий. Метался между своими штаб-квартирами. Ставка была там, где находился Гитлер. В Берхтесгадене, в Берлине, в Восточной Пруссии, на Украине. В
течение военных действий Гитлер действительно деградировал. Во многом это было связано с его очень большими нагрузками, которые он нес как верховный главнокомандующий. Все отмечали совершенно катастрофическое ухудшение его здоровья. Его кололи каждый день, это были в основном тонизирующие препараты, ну, то есть поддерживающие препараты, там было до 70 уколов в день. Вся суть государства Третьего Рейха заключалась в том, что решение принимает один человек – Гитлер. Все остальные его обслуживают, дают советы, если вождь спросит, предоставляют информацию или разрабатывают те операции, которые он считает необходимыми. Чем дальше шла война, тем больше Гитлер вмешивался в детали, все ниже и ниже опускаясь. И уже к концу войны, даже уже в 1944 году, он уже отдавал приказы о переброске дивизий на всем протяжении фронта. Режим работы ставки Гитлера сильно зависел от его настроения и самочувствия. Гитлер был человеком, который поздно ложился и поздно вставал. Вечером Гитлер любил там пить чай, он не любил обсуждать это. Гитлер вообще был, в принципе, ленивым человеком. Работу с бумагами он просто не переносил. Он любил принимать решения на совещании. То есть, когда он высказывал какие-то идеи или получал какую-то информацию и принимал сразу решение по, так сказать, скажем так, высшему наитию. В политике и стратегии Гитлер часто действовал по интуиции и прислушивался к своему внутреннему голосу. Фюрер с каждым годом войны терял уравновешенность. Все меньше доверял генералитету, пытался брать на себя его функции. Сталин был трезвым прагматиком. Верховный постепенно избавлялся от ошибок, все больше доверял военным, реже вмешивался в область оперативного руководства. У ставки, которую возглавлял Сталин, не было своего мощного управленческого аппарата. Не было комната с оборудованием связи, и все. Главным управляющим органом ставки был генеральный штаб. Вся деятельность, непосредственно управление войсками, которое проходило через ставку, она проходила при прямом и постоянном содействии операторов генерального штаба. Заседания ставки проходили в любое время суток. На них обсуждались и решались важнейшие вопросы. Вызывались именно те лица, которые вот в данный момент нужны были. Допустим, решался вопрос по артиллерии. Значит, вызывался, значит, командующий артиллерии. Если это казалось военно-воздушных сил, какие-то вопросы применения авиации, вызывался, значит, соответствующий нарком авиационной промышленности и командующий военно-воздушными силами. Не велось никаких протоколов. Не существует ни одного фотоснимка и ни одного кинокадра заседаний ставки. Они проходили либо в Кремле, в квартире Сталина, либо на ближней даче в Кунцево. Там же проходили заседания Государственного комитета обороны, Наркомата обороны или правительства. Иногда по 5-7 совещаний за сутки. Не всякий их участник мог точно определить, какой орган собрался. Ясность вносил сам Сталин, когда бросал по ходу «оформить как решение ГКО» или «подготовить директиву ставки». Тотальная война требовала принятия быстрых решений, а главное – их немедленного исполнения. Фактически все управление экономикой страны там выполнял Государственный комитет обороны, редко вмешиваясь в текущие военно-политические и военно-стратегические вопросы. Ни в ГКО, ни в Ставке. На протяжении почти всей войны не было жестких установок, как оформлять те или иные документы. За два года, начиная с января 43-го по декабрь 44-го, Верховный за подписью своей и других членов ставки издал всего 6 приказов. Эти приказы были посвящены самым разным вопросам. И только в конце 44-го года, когда одним из заместителей наркома обороны стал Булгаин, появляется новый приказ ставки, который упорядочил весь документооборот. Сталин согласился, и такой приказ появился за подписями Сталина и Антонова. Сталин привык к ночной работе, поэтому завел такой же режим и в ставке. Начинал он работать не раньше полудня. Через какое-то время устраивался перерыв для короткого сна. Дальше Верховный уже продолжал работать до 4, а иногда до 5 утра.
под этот распорядок, введенный Сталиным, были вынуждены подстраиваться руководители самых разных рангов, начиная от членов Политбюро. Генералу Штеменко, начальнику оперативного управления Генштаба, отдыхать разрешалось с 14 до 18-19 часов. Заместителю начальника Генштаба генералу Антонову полагалось находиться на службе по 17-18 часов в сутки. Но про него нужно сказать отдельно. Всего лишь генерал-лейтенант Алексей Антонов был назначен на свою должность с подачи Василевского в декабре 1942 года. Через 5 дней после его прихода в Генштаб оперативное управление заработало как часы. Он ввел единую систему условных цветов и знаков на картах. Раньше каждый штабист и фронтовой генерал пользовались собственными обозначениями. В итоге, кроме них, никто другой в их картах разобраться не мог. Антонов был исключительно грамотным человеком. Он получил, как один из немногих, весь комплекс военного образования, который мог позволить себе Советский Союз. В конце одного из ночных докладов Антонов попросил Сталина утвердить регламент работы Ставки и Генштаба. Вождь прочел документ и начертал: «Согласен. И Сталин». Произошло невероятное. Фактически Антонов заставил самого Верховного регламентировать не только работу других, но и свою собственную. Если до этого Сталин мог вызвать для доклада в любое удобное для него время, то теперь он и сам старался придерживаться установленного порядка. Антонов со своей скрупулезностью отладил сам механизм работы Ставки и взаимодействия с Генштабом. То есть, когда представляются донесения, когда доклады по телефону, когда доклады лично. И вот это вот было превращено в работающий как часы механизм. Во время частых и продолжительных отлучек Василевского на фронт в качестве представителя Ставки генерал-лейтенант Антонов де-факто выполнял обязанности начальника генерального штаба. С середины 43-го он становится одним из ближайших военных помощников вождя. Верховный вызывает генерала иногда по нескольку раз в день. Только в кремлевском кабинете Сталина, согласно записям в журнале посетителей, Антонов бывал 238 раз. Больше, чем все командующие фронтами вместе взятые за все время войны. За годы Великой Отечественной Ставка издала и направила в войска тысячи директив, приказов, указаний. Конечно, во все эти директивные документы Сталин был не в состоянии вникнуть. Но наиболее важные он просматривал, корректировал, иногда возвращал на доработку, дописывал собственной рукой фразы, абзацы. И эти тысячи документов приводили в движение огромные массы людей. В начале апреля 43-го года пришла распутица. Сезон бездорожья. На всем советско-германском фронте от Баренцева до Азовского моря наступило беспрецедентное затишье. Оно продлилось до июля. На лето 43-го года Ставка и Генштаб планировали наступательные операции. Однако в эти планы неожиданно вмешались донесения разведки. Из них следовало, что Гитлер готовит под Курском мощную наступательную операцию под кодовым названием «Цитадель». Ее начало ожидалось в конце мая, начале июня. Гитлер собирался использовать огромный Курский выступ для проведения летнего наступления, чтобы восстановить превосходство вермахта на Восточном фронте. Но немецкая армия к этому времени была уже катастрофически ослаблена. У вермахта на Восточном фронте было немногим более 2 700 000 человек личного состава, в то время как в рядах Красной армии было почти 6 миллионов человек. В Ставке и Генштабе пришли к выводу, что немцы смогут позволить себе только одну крупную наступательную операцию в летней кампании 43-го года. А наиболее опасным участком фронта для Красной армии была Курская дуга. После анализа ситуации и соотношения сил Генштаб пришел к выводу: противопоставить немецкому наступлению специально организованную оборону, измотать противника, после чего перейти в контрнаступление. Об этом плане сообщили Жукову. Он согласился с ним и 8 апреля направил это предложение Сталину.
Верховный главнокомандующий с выводами не спешил и приказал запросить мнение командующих фронтами. В ответных донесениях все они представили одинаковый прогноз относительно намерений противника. Немец будет пилить Курский выступ, а на других направлениях наступление вряд ли возможно. Однако выводы из этого следовали прямо противоположные. Генерал Малиновский и генерал Ватутин предложили нанести упреждающий удар в Донбассе. Штаб Рокоссовского считал наиболее целесообразным уничтожить Орловскую группировку противника. И многие генералы предлагали, ну почему мы такое время, весеннее, летнее, не используем для того, чтобы нанести удар. Но Жукову и Василевскому удалось убедить Сталина, да и Сталин сам прекрасно понимал, что лучше, как Жуков писал, выбить в обороне танки противника, в обороне, а потом уже переходить в контрнаступление. 12 апреля на узком совещании Ставки без участия командующих фронтами Жукову, Василевскому и Антонову удалось убедить Сталина, что наилучшей стратегией будет подготовка к обороне, развал наступления противника и переход к собственному наступлению. Решение было принято. В войска ушли директивы и приказы. Следом отправились представители Ставки Жуков и Василевский. Главной их заботой стал надзор за организацией обороны и ежедневные донесения в Ставку о ходе работ. Командующий войсками Центрального фронта Рокоссовский свидетельствовал. Жуков долго был на Центральном фронте в подготовительный период. Вместе с ним мы решали принципиальные вопросы организации и ведения оборонительных действий и контрнаступления. Не без его помощи были удовлетворены тогда многие наши запросы, адресовавшиеся в Москву. Красная армия в полной мере использовала трехмесячную передышку. Войсковые соединения и около 300 тысяч мобилизованного гражданского населения построили 8 оборонительных рубежей с глубокими противотанковыми рвами, блиндажами, минными полями, проволочными заграждениями и более 9 тысяч километров окопов. В некоторых местах глубина обороны достигала 400 километров. В истинно советских традициях каждому солдату давалось задание вырыть за ночь 5 метров окопов. Днем такая работа была слишком опасной. Фюрер, как азартный игрок, ставил на карту все свои резервы. Он надеялся сократить линию фронта и перехватить инициативу после поражения под Сталинградом и отступления с Кавказа. «Победа под Курском станет путеводной звездой для всего мира», заявлял Гитлер в приказе от 15 апреля. Гитлер уже не мог отступить. Он отказывался верить данным разведки о мощи советских оборонительных укреплений, говоря, что это преувеличение. Обе стороны главную ставку в достижении успеха делали на бронетанковые войска. Немцы рассчитывали использовать свои новейшие танки «Пантеры» и «Тигры». Но зато у Красной армии было в 4,5 раза больше танков и в 3 раза больше орудий и тяжелых минометов. Техники хватало. Прошли те времена, когда Сталин сам едва ли не поштучно распределял противотанковые ружья, минометы, танки. Как это было поздней осенью 41 года. В течение мая Ставка дважды предупреждала командующих фронтами о возможном наступлении противника в ближайшие дни. Каждый раз войска приводились в состояние полной боевой готовности. И каждый раз ничего не происходило. Ожидание становилось невыносимым. Некоторые горячие головы, и среди них генерал-полковник Ватутин, стали говорить, что больше ждать нельзя. Василевский вспоминал. «Из разговоров с верховным главнокомандующим я видел, что неспокоен и он. Один раз он сообщил мне, что ему позвонил Ватутин и настаивает, чтобы в первых числах июля начать наше наступление. Сталин сказал, что считает это предложение заслуживающим самого серьезного внимания и что он приказал Ватутину подготовить и доложить свои соображения по Воронежскому фронту в Ставку». В генштабе Ватутина материли. Жукову, Василевскому и Антонову снова пришлось успокаивать Сталина. Считается, что для успеха наступательной операции атакующая сторона должна иметь троекратное численное превосходство над обороняющейся. Но в июле 43-го года соотношение сил было совсем иным. Ставка задействовала в операции 1 900 000 солдат и офицеров. Немцы вступали в очень рискованную игру.
Личный состав их соединений в зоне наступления не превышал 800 тысяч человек. 5 июля 43 года германская армия после ряда отсрочек рванулась вперед и наткнулась на сильнейшее сопротивление. Наступление немцев продолжалось около недели. Красная армия выдержала атаку. Оборонительная битва была выиграна. 24 июля Сталин официально заявил: немецкий план летнего наступления нужно считать полностью провалившимся. Тем самым разоблачена легенда о том, что немцы летом в наступлении всегда одерживают успехи, а советские войска вынуждены будто бы находиться в отступлении. И теперь Ставка приказала начать наступление. Немцы были отброшены от Курска, а затем атакованы еще в нескольких местах фронта. В начале августа Красной армии были освобождены Орел и Белгород. Это событие было отмечено в Москве салютом из 120 орудий. Началось время салютов победы. До конца войны по приказу Сталина будет дано еще 300 таких артиллерийских салютов. В августе был освобожден Харьков, в сентябре – Смоленск, а в ноябре – Киев. Слава верховному главнокомандующему товарищу Сталину! Слава! Слава великому мудрому Сталину! После Сталинградской и Курской битв верховное командование еще допускало ошибки и терпело поражение. Но ни одна из таких ошибок не привела к катастрофическим результатам. Возможно, именно победы 43-го года больше, чем что-либо другое, изменили отношения между Сталиным и его генералами. В Ставке сложился баланс между безусловным авторитетом вождя и неоспоримым профессионализмом полководцев.